Добрый вечер. В ближайшие сутки погода в Латвии будет находиться под влиянием западной периферии антициклона. Ночью ожидается переменная облачность без осадков. Ветер слабый и местами преимущественно в восточных регионах образуется туман. Минимальная температура воздуха плюс 9, плюс 14 градусов. Видимо, около плюс 7. Днем влияние антициклона сохранится. Ожидается солнечная и сухая погода. Ветер от слабого до умеренного, юго-восточный порывистый. Максимальная температура воздуха плюс 22, плюс 26 градусов. В Риге этой ночью плюс 12, плюс 14. Малооблачно и без осадков. Днем в столице также без осадков. Будет жарко, воздух прогреется до плюс 24, плюс 26 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. На этом у меня все. Хорошего вечера и до свидания.